Тюменский февраль войдет в историю как один из самых теплых за последние 100 лет. За весь месяц температура опускалась ниже минус 20 градусов только два раза. Причиной аномальной зимы синоптики считают частые визиты атлантических циклонов, которые вытесняли из Сибири холодный воздух. Вчера в Тюмени был поставлен новый температурный рекорд. Столбики термометров поднялись до отметки в 4,5 градуса тепла. Такие экстремально высокие показатели 19 февраля были зафиксированы впервые за всю историю метеонаблюдений. И если обычная синоптическая весна в наших краях наступает в 20-х числах марта, то в этом году она придет быстрее из-за аномально теплой зимы.